В Уссурийске снова потеплеет, но из-за подхода нового циклона могут быть осадки. Сейчас Приморский край находится под влиянием антициклона. Осадков нет, столбик термометра показывает до минус 13 градусов, однако уже завтра с границы Монголии и Китая к нам начнет двигаться циклон. Непогода принесет пусть и небольшие, но осадки, преимущественно в виде снега. Зато потеплеет. В Уссурийске синоптики обещают до 5 градусов тепла. В субботу облака еще останутся на небе, вечером снова может пойти снег и похолодает. Такая погода сохранится еще в воскресенье утром, но к обеду осадки прекратятся.